Проституция Нюши, так сказать, не вызывает сомнений. Но точнее, та роль, которую на нее возлагают сценаристы. Целая серия «Горы и конфеты» посвящена проституции. А дело было так. Когда создатели мультсериала обсуждали общую концепцию мультфильма, они немножко разошлись во мнениях. Алексею Лебедеву возразили. Сказали, что он ну никак не сможет в детском мультфильме сделать серию про проституцию. На что Алексей ответил, что напишет ее наспор. И в результате вышло, так сказать, оригинальное прочтение эскорт-рынка в реальном мире. Бараш дает Нюше конфеты за то, что она с ним смотрит на горы. Ведь Барашу это надо. Он получает от этого, ну так сказать, удовольствие. А Нюше как-то уже и нет. В какой-то момент ее это задолбало окончательно, и она сказала, что не будет работать ночной бабочкой за конфеты. Тут еще плюсом и проблемы со здоровьем подоспели, и сахарный диабет. Так что молодому и перспективному юнцу не остается ничего другого, кроме как найти путь к сердцу девушки через букет синих цветов.